На брифинге в городской службе коммуникации сотрудники управления ЧС призвали желающих работать в службу органов гражданской защиты. Заместитель начальника специализированной пожарной части 2 Кинес Жумабай рассказал о имеющихся вакансиях в службе спасения города. На данный момент требуются пожарные спасатели и водители-сотрудники пожарных автомобилей водительским категориям БЦ, БЦД, БЦДЕ. Требования от 35 лет, вернее, до 35 лет мы принимаем. Годных к строевой службе от 18 до 35 лет. Не обязательно иметь военный билет, можно и с приписным, но в приписном должно быть оговорено, что он годен к строевой службе. Образование не ниже среднего, то есть это у нас 11 класс, либо среднеспециальное образование. Рост кандидата в органы гражданской защиты должен быть не ниже 165 сантиметров. Также необходимо пройти государственные тесты в городе Павлодаре. Записаться на экзамен нужно в ЦОНе. В случае успешного прохождения тестирования кандидат проходит военно-врачебную комиссию и конкурс. По всем вопросам можете обратиться по адресу Бухар-Жирал 288/49. Это у нас специализированная пожарная часть номер 2. Телефон 338345. 338357, сотовый телефон 837-954-4063 и 8776-190-8949. Офицер группы гражданской обороны Тимирлан Жапалбай, выпускник Кокшетауского технического института МЧС, призвал выпускников школ выбирать профессию спасателя. Подробную информацию также можно получить по вышеуказанным номерам телефонов.